Ульяновская правда уже рассказывала о трагедии, постигшей ветерана войны Нину Ивановну Еремееву. 3 года бабушке приходится ютиться в своем сгоревшем доме на верхней террасе. В пожаре погибло практически все имущество пенсионерки. На зиму погорельцу забирают к себе дети, а в теплое время года бабушка возвращается к родному попелищу. Однако пенсионерка не брошена на произвол судьбы. За ситуацией следят в областном совете ветеранов войн. Посильную помощь оказывают и в органах социального обеспечения. В городской программе заботы ей уже было выделено в феврале 2015 года 50 тысяч рублей. В марте месяце из областного бюджета ей было выделено 20 тысяч рублей. На эти средства Нина Ивановна закупила строительные материалы, доски, шлакоблоки и всякое прочее. Представители соцзащиты выезжали на место происшествия и обещали Нине Ивановне дальнейшую помощь. Мы Нине Ивановне объяснили, какие она может собрать документы, чтобы выделили ей дополнительную помощь. А помощь, то есть вот какая-то, вот вы сказали, что какие документы собрать, а может, да, ей как-то помочь надо, чтобы вот она нашла эти документы или что-то еще? Они... Нет, документы там совершенно стандартные, то есть форма 8, угу, паспорт и справочка о пожаре, все. А вот бабушка просит лишь об одном – помочь ей купить котел, с помощью которого она сможет отапливать свое жилье в зимнее время. Не хочется бабушке обременять своих детей, проблем у них и так предостаточно. А уж ремонт жилища как-нибудь получится сделать. Ульяновская правда обещает следить за развитием событий. Егор Титов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.